Эй, привет, мой дорогой друг. Время позалипать в ютубчик. Тем более, что подъехала новая часть по Fallout 3, и мы продолжаем проходить официальный DLC от Братства Стали. Ну что ж, нас отправили к Ротшильду, к писцу Ротшильду, чтобы взять какое-то очень важное задание. Ну, пойдемте, значит, тогда до Ротшильда. Вот это да, друзья. Худшего тут не случалось с тех самых пор, как в нашей округе вели идиотский дресс-код под названием... Там ты догнает, что-то рассказывает по радио интересное. Тебе что-нибудь нужно, друг? Так, Алая, этот Ротшильд, где он? Что ж, приятно снова видеть тебя на ногах. Как я понимаю, Лайонс сразу же бросает тебя в пекло. Он рассказал тебе, что здесь происходило во время твоего отдыха? Я уже кое-что знаю, но надеюсь, что вам известно больше. Думаю, да. Подойди сюда на минуту, хорошо? А я где? Оторвали его, беднягу, от еды. Сейчас я в двух словах расскажу, что случилось за последние пару недель и что происходит сейчас. Как тебе хорошо известно, все началось с того, что Анклав захватил проект «Чистота» вот здесь. Благодаря тебе их главный штаб вот здесь был полностью уничтожен. А потом они потерпели еще одно поражение при очистителе. Разведка и полевые группы обнаружили другие дислокации Анклава на пустошах. Мы ожидали, что без руководства в их рядах начнутся хаос и смятение. Ожидания не оправдались. На основе полученных данных и обнаруженной техники мы выяснили, что разрозненные силы Анклава по-прежнему поддерживают связь между собой. Мы установили источник передачи. Это старый военный комплекс в Рокленде, на юго-запад отсюда. Наши разведчики проверили территорию. Однако не обнаружили удобного входа на объект. Поэтому мы сами устроим себе вход. Паладин Тристан поведет группу на передовую базу в старом автомобильном туннеле. Когда он будет готов, Liberty Prime начнет свою работу. Задача Прайма — подавить их оборону и создать для группы возможность войти. Группа войдет, уничтожит любое сопротивление внутри и отрубит их передатчик. Любые стоящие внимания данные нести сюда. Итак, еще вопросы? Вопросов больше нет, но мне кажется, вот эта штука на карте вообще показывает не те места, которые он вообще рассказывал. Вот Очиститель, вот Равенрок, который я уничтожил, он что-то тут что-то показал. Так, если тебе нужно узнать что-то еще, я расскажу, что знаю. Если нет, Паладин Тристан уже ждет тебя. Я предупрежу его, что ты в пути. Да все, в принципе, можно идти. Можно идти. Хорошо, ребят, отправляемся тогда. Так, куда там? На автомобильный туннель. Так, что там? Карта мира. Окей, да. Атакую цели! Серьезно? Такие здесь дерзкие ребята, да? Привет. Ты Тристан? Нет, ты просто рыцарь братства. Так, в принципе, что мне собирать? У меня все есть уже. А вон стоит деловой. Так-так, смотрите, кто вернулся в мир живых. Некоторые из нас уже сомневались, что вы с Сарой придете в себя. И мне приятно тебя видеть. Я хочу вам помочь. Вот как? Ну, от лишнего солдата мы никогда не откажемся. Главное правило такое. Не высовывайся и максимум работы перекладывай на робота. У него это лучше получается. Так. А что мне нужно делать? Главное, береги голову. Не надо мне тут в героя играть, ясно? Сюда вызвали Liberty Prime. Он поможет с первым натиском. Когда расчистим себе плацдарм,
Будем решать по ситуации. Ну же, пора приступать. Последнюю неделю все примерно одинаково. Получаем данные о точках, отправляемся туда, вычищаем. Он солдата лечит этими отвертками. Честно говоря, эта железяка делает большую часть работы. Не на что жаловаться. У нас все чисто. Она... Песцы раскопали информацию об этом месте позавчера. Какая-то станция связи. Что, ты закончил рассказывать? А то он идет рассказывать, я что-то даже не стал его слушать. Да побежал куда-то. О, Liberty Prime, здорово. Это что сейчас было? Меня просто кто-то отправил в космос? Блин, я вообще-то по верху хотел идти. Ладин Тристан. Да, вот это было весело, конечно. Каратист. Опасность какая? Что за опасность? Он говорит, нужно отойти. А, ого. Мне кажется, ли нашему Liberty Prime пришел писец. Нам сломали робота, что ты стоишь? Нужно выяснить, что за чертовщина произошла. Некогда болтать. Беги на базу и помоги ребятам найти их передатчик. Давай, солдат, бегом! Будь там осторожнее. Кто знает, что еще они бросят против нас. Так вот почему задание, да, называется «Смерть с небес». Теперь понятно. В принципе, они не заморачивались над названиями, как я, как и я. А вы что с ними тут болтали? Я захожу. 1-0 в пользу братства. Так, а что тут два входа или что? А, тот завален. Тот завален. Все, вперед. Да блин, я буду сегодня попадать. Ну да, мне бы смотреть под ноги на самом деле. Так. Да блин. Ого. Это что за пушка там такая? Я не понимаю, почему через них пули летят. Но зато его превратили в пучку слизи. Где?
У меня, по-моему, такая пушка есть, мы еще подбирали, когда они на очиститель попали. Я не понял. Это анклава. Минус один. Так, у нас что, трое осталось? Что нам, куда идти? А, вон дверь. Отходим на... Все. Нужна помощь. Вот это он вышел. Мы всех положили. Схема поиска Дельта 2. Что, мы встали? Дай пройти. Меня попали. Меня попали. Ты думаешь, меня не попали? У меня оружие вообще, блин, не попадает. Отступаем. Блин, да им вообще пофигу на мои выстрелы из гаусс-пушки, блин. Блин, мне кажется, или мою мадам подстрелили? То есть реально все, блин. Паладин. Да. Отступаем. Но этого мы типа не уничтожаем. За него, наверное, плохую карму дадут. Терминал со спутником. Так, получить новые телеметрические данные. Да, нам это и надо. Так, загрузить данные на носитель. Данные загружены. Все? Типа. Все назад. А тут еще есть ребята живые. Я один остался. Пушка. А вот и ученого анклава убили. Но это. Пушки вроде анклавы. Почему они? Тоже ли? О, так все, мы выбрались. Окей. Так, что нам нужно? Нам нужно обратно отправиться в цитадель. Быстро путешествие невозможно. Рядом враги. Что за враги? Усё чисто? Да. Ну там разве враг, там какой-то пылесос, блин. Мы пылесосов не боимся. Мы рады приветствовать тебя. Так, а мне куда надо? Просто
Поверить не могу. Столько лет работы, и все ради чего? Одной халтурной операции? Я все еще жду доклада от Тристана, но уже сомневаюсь, что он что-то изменит. Без Прайма. Да ладно ты так, Ниной. Мне жаль, что с роботом так вышло, но никто не смог бы ничего поделать. Возможно. Но это не отменяет того, что мы потеряли годы. Годы. И лишились единственного заметного военного превосходства над Анклавом. А я? Мне удалось найти зашифрованные данные на ретро-трансляции на ретрансляционной станции. Ах да. Посмотрим, смогу ли я их расшифровать. Возможно, это поможет нам понять, что же там случилось. Было бы неплохо извлечь из этого хоть какую-то пользу. Спасибо за эти данные. Думаю, старейшина Лайонс тоже захочет с тобой поговорить. Тебе, пожалуй, стоит с ним встретиться. С твоего позволения. Старейшина Лайонс. Окей, доложить. Ну, сейчас доложим. Так, ну он, видимо, в той комнатке, где мы первый раз спустя 2 недели с ним встретились. Такое ощущение, что это по мне, блин, стреляет, а не тренируется. Лайонс? Я полагаю, вы уже поговорили с Ротшильдом. Надеюсь, он сможет разобраться с найденной информацией. Наше главное оружие уничтожено. Мы рискуем потерять преимущество. Вся компания под угрозой. Стоит признать, теперь я уже сомневаюсь, не была ли эта операция ошибкой. Откуда было тебе знать, что случится такое? Никто не знал. Вот такие тут дела. Даже без учета того, что наш лучший полевой командир в коме, и того, что я сейчас чувствую как отец, дела наши весьма и весьма плохи. Если мы сейчас проиграем, то потеряем все. Нужно сражаться дальше. Отступать нельзя. Очень верно. Кстати, об этом. Поговори-ка ты с паладином Тристаном. Он подготовил для тебя особое поручение. Поручение, жизненно важное для нашего успеха. Хорошо. Да прибудет с тобой. В принципе. Что-нибудь нужно? Мы еще и уровень получили. Можно красноречие, в принципе, сотку сделать. Скрытность давайте в 99. Я просто, да уже не имеет смысла, в принципе, что-то... Вот, подожди, где-то было, я видел что-то там про рад сопротивления. Где? Во, рад сопротивления. Что не имеет смысла что-то качать. Уже почти закончено. Что ж, ребят, на этом мы будем заканчивать. В следующей серии мы узнаем, что нам... подготовил паладин Тристан, что за задание. И уже отправимся на него. На сегодня будем заканчивать. С вами был Bad Boy Games, я же Виктор. И увидимся на следующих видео. Пока-пока.